Друзья, всех приветствую, с вами интернет-магазин Antilife.com.ua. Меня зовут Александр, перед вами флагман от компании Xiaomi, Xiaomi Mi 5. Моделька сейчас самая лучшая во всех параметрах, в плане производительности, в плане цены, такой самый дорогой вариант. В целом, компания сделала смартфон, который может с легкостью конкурировать с брендами топовыми, а брендами такими как Samsung, HTC, LG и так далее. Это уже не бюджетный китайский смартфон, но компания хочет завоевать рынок и в данном ценовом сегменте, и в целом с выпуском Xiaomi Mi 5 вот данного смартфона это у них очень даже неплохо получается, учитывая цену. Цена этого смартфона приблизительно сейчас около $400 против Samsung, которая там по 1000 или там по 800, ну то есть, грубо говоря, в два раза дешевле данный вариант. Поставляется модель вот в такой вот коробке, есть вариант цвета на выбор: золотой, розовый, белый, черный. Пока что только белый выпускался, уже начинают появляться черные варианты. Здесь представлены все его технические характеристики. Данная версия у нас с процессором Snapdragon 820 и с уменьшенной частотой, тот, который там по 1.8. Есть еще версия Xiaomi Mi 5 Pro, там процессор немножко более разогнан, там 2.15. Здесь же у нас 3.32 оперативка и встроенная память. Поставляется модель вот в такой вот коробке. В коробке у нас представлена вот такая вот документация, здесь скрепка для лотка симок. И в целом есть вот такая вот зарядка. USB кабель у нас вот такого формата, USB Type-C, точно такой же разъем у смартфона в этом плане. С одной стороны, это модно и ново, с другой стороны, пока что это не так массово распространено. Зарядка у нас вот может выдавать вот такие вот частоты, вот такую силу тока точнее. Это значит, что у нас присутствует здесь в смартфоне зарядка быстрого типа. По моим замерам, полный заряд смартфона с нуля происходит чуть более чем за час. Где-то, наверное, 70-80 минут вот такого заряда. Модель представлена в очень прикольном, классном дизайне. Супер нравится мне этот вариант исполнения. Похож смартфон на Samsung сейчас новые, на новые варианты, которые вот имеют вот такую вот скошенную заднюю крышку. Модель имеет размер дисплея нестандартный, это 5.15 дюймов. Здесь есть фронтальная камера, разговорный динамик, логотип компании Xiaomi, датчики приближения освещения и индикатор пропущенных вызовов, пропущенных действий. Снизу у нас смартфон представлен вот таким вот образом. Здесь механическая кнопочка, основная как кнопка Home. Она имеет сканер отпечатков пальцев и присутствуют две кнопочки меню и назад, которые подсвечиваются вот такой вот маленькой точкой, которую даже не так просто увидеть. Как вы можете видеть, на своем экране присутствуют вот такие вот небольшие рамки по дисплею. Они минимальны. Вариант смартфона белый, поэтому на черном это, конечно же, смотрится еще куда более круче. Сверху смартфон имеет инфракрасный порт, микрофон и разъем для наушников. С этой грани у нас качелька громкости, вверх-вниз кнопка включения-выключения. Ободок вот этот вот весь металлический, здесь у нас лоток для сим-карт, две нано-симки. И снизу у нас стандартная такая вот симметричная решеточка, это динамик, а это микрофон и USB Type-C. Сзади смартфон выполнен вот в таком вот стиле, это зеркальный такой материал, ухода он будет требовать очень большого, очень быстро будет царапаться, поэтому какие-то чехлы, бампера обязательно нужно приобретать. 16-мегапиксельная камера, двойная вспышка, логотип Xiaomi и основная информация по смартфону. По сборке, конечно же, смартфон выполнен идеально, никаких хрустов, никаких люфтов здесь вы не найдете, как в более бюджетных вариантах от Xiaomi. И это хорошо, потому что конструкция у нас не разборная, аккумулятор встроенный у нас, поэтому, ну, если бы здесь были люфты и скрипы какие-то по
с такой ценой за смартфон, это, конечно, было бы очень печально. Так, здесь все очень на уровне. Кстати, к смартфону можно приобрести в нашем магазине вот такой вот силиконовый бампер и оригинальную пленку для смартфона по минимальным ценам. Внешне, когда первый раз взял в руки, размер дисплея мне показался очень удобным. Это что-то среднее между 5 и 5,5 дюймов, но моделька смотрится, конечно, своеобразно, и дизайн просто шикарен. Так, начнем работу мы с технических характеристик смартфона. Как всегда, заходим в Antutu. Это флагманская модель, она имеет топовый процессор Snapdragon 820. И тем самым, видите количество баллов, 109 тысяч баллов в рейтинге всех смартфонов. Здесь мы на четвертом, но видим, что на первом месте тот же Xiaomi Mi 5, скорее всего, Pro версия, та, которая с увеличенной частотой процессора и 4 гигами оперативки. То есть данный девайс у нас является действительно топовым смартфоном вот сейчас в наше нынешнее время, в котором мы живем. Китайцы сделали действительно флагманскую версию, флагманский топовый смартфон в цене всего лишь $400. Данная модель называется Xiaomi Mi 5. Подставляется этот смартфон с прошивочкой уже 6.0, 64-битная платформа. Qualcomm Snapdragon 620 и Adreno 530. Компания не стала гнаться за какими-то нестандартными разрешениями и сделала дисплей на разрешении Full HD. С одной стороны, это правильно в плане того, что вы не заметили бы разницу, если бы экран был бы с большей плотностью точек, потому что на такой диагонали это не нужно. С другой стороны, автономность плюс производительность смартфона лучше будет обеспечиваться именно с Full HD разрешением. 16-мегапиксельная камера у нас снимает просто шикарно. Видео записывает в формате 4K, но об этом немножко позже. Оперативная память здесь 3 гигабайта, встроенная 32. Здесь нет слота под карту памяти, поэтому компания свой флагманский топовый смартфон не стала вообще делать в версии 16 гигабайт, потому что, ну, никто бы, наверное, его не покупал, потому что в нынешнее время, да и плюс для такого смартфона, который снимает видео в формате 4K, ну, как минимум, это 32 гигабайта. Это 64-битный процессор, 4-ядерный, тактовая частота от 310 до 1800 МГц. Мультитач-тест у нас здесь 10 точек касаний присутствует в смартфоне, что стандартно. Получается, камера на 16 мегапикселей и фронталка всего лишь на 4. Видео снимается в формате 4K. По весу, вес модели составляет 129 грамм, и есть все-все-все возможные, самые разнообразные датчики, практически все поддерживается этим смартфоном, есть у этой модели практически все. OTG разъем я проверить не могу, у меня такого переходничка нет с USB Type-C, но данная модель его поддерживает, что тоже будет удобной фишкой. На данный момент модель является новинкой, и самые большие негативы по поводу этого смартфона вызывают прошивка. Вы у нас можете купить данную модель в интернет-магазине antlife.com.ua с глобальной, полностью русифицированной прошивкой. Прошивочка у нас, возможно, даже будет обновляться по воздуху, пока я сказать об этом ничего не могу, потому что еще прошло совсем мало времени. Но прошивка у нас уже сразу будет с полноценным русским языком, со всякими различными фишками. В целом, по прошивке здесь нет ничего особенного. Это стандартный Xiaomi смартфон, который имеет стандартный привычный интерфейс для данного бренда, и все технические характеристики, все настроечки, все более чем стандартно. Есть несколько режимов яркости, есть различные настройки сканера отпечатков пальцев, о котором я немножко позже расскажу, есть детский режим, есть настройки дополнительного плана, наушники и так далее. Быстрое меню быстрого доступа, где можно настраивать различные кнопочки, фишечки. Например, есть режим чтения, когда экран становится более желтым и приятным для глаза, как бумага. И так далее. Фонарики, яркости, Wi-Fi, все это настраивается стандартно, как на любом другом смартфоне Xiaomi. Дисплей здесь
Full HD, здесь 5,15 дюймов, дисплей шикарный, IPS-матрица, углы обзоров максимальные, ничего плохого я про него сказать не могу. Рамка присутствует, без нее никуда, на черном варианте смартфона, конечно же, это все будет выглядеть лучше. Когда смартфон потушен, то эту рамку практически не видно. Если сказать, вовсе не видно, смартфон, конечно, выглядит просто изумительно. Дисплей мне очень понравился. Звучание смартфона, внешние динамики, один, точнее, вот этот вот внешний динамик, выдает реально классное звучание. Разговорный динамик, микрофон тоже работают отлично. В наушниках звучание очень хорошее, но мне показалось, что немножко громкости бы ему прибавить. А так и басы, и частоты, и чистота звука, все на достойном уровне. Отдельного внимания заслуживает сканер отпечатков пальцев и вот эта вот механическая кнопочка, которая расположена снизу. Очень многие в интернете говорили, что эта кнопка неудобная. Я могу сказать свое личное мнение. Во-первых, по внешнему виду смотрится все круто, мне это все нравится. По тому, как эта кнопочка ходит, немножко упруго, но очень быстро к этому привыкаешь, и все очень достойно реализовано. По поводу работы сканера отпечатков пальцев. Во-первых, это уже плюс то, что находится сканер отпечатков именно на кнопке, то есть с лицевой панели смартфона, а не сзади, как, допустим, Redmi Note 3, Pro и так далее. Но я не могу сказать почему-то, что этот сканер отпечатков пальцев работает идеально. Я уже забил, наверное, 3 варианта положения вот этого своего большого пальца, чтобы можно было максимально удобно разблокировать. Да, в основном, ну вот не всегда. В основном сканер отпечатков пальцев работает четко и быстро, но огрешности тоже в этом плане есть, и, наверное, нужно как-то еще забивать еще большее количество положений пальца, чтобы смартфон более идеально мог разблокировать себя сам. Поэтому сканер отпечатков пальцев работает хорошо, но нужно настраивать на большее количество отпечатков. Потому что если вы возьмете и настроите один отпечаток там и покрутите пальцем вот так вот, поверьте, ну, по крайней мере, у меня смартфон не разблокируется каждый раз. Даже сейчас, вот я сейчас нажимал, ничего не получилось. Вот немножко не так я прикладываю палец, и вот ему уже это не нравится. Вот каждый раз, когда он не выкидывает сразу на рабочий стол, вот сейчас вот я прикладываю. Еще раз проверяем. Вот. Ну вот так. Говорить и вас расхваливать, что прям сканер отпечатков пальцев вау, я не могу. Я говорю то, что я вижу. Нужно забивать несколько отпечатков. Касательно производительности, вы все сами понимаете, Snapdragon 820 это топовый процессор сейчас 2016 года. Лучше процессора я не знаю и даже не слышал. Все вот эти вот игры Asphalt 8, Nova 3, Modern Combat, все запускается невероятно круто. Намека на какие-то лаги, на какие-то баги, ну, вы здесь не найдете, ну, абсолютно. Это не тот смартфон, это топовая версия смартфона в плане производительности и вариаций на данный момент, на сегодняшний день. Можно легко запустить несколько игр подряд, объема оперативной памяти, мощности процессора хватает с головой, никаких проблем вы заметить не сможете. Есть удобная фишка инфракрасный порт в смартфоне, можно настроить различные бытовую технику, телевизоры, усилители, кондиционеры и пользоваться как универсальным пультом. Все работает тоже отлично. Тестировал я GPS.
Как всегда, стандартно смартфон поддерживает GLONASS-навигацию. Отлично все работает. Сейчас я вам это продемонстрирую. Спутники ловят очень быстро, отмечают отметку на карте, все без каких-либо проблем. Аккумулятор. Аккумулятор в этом смартфоне имеет емкость на 3000 мАч. И для данного железа, для данного размера, для данного смартфона он показывает довольно-таки средний результат. Средний результат, как и в принципе любые другие смартфоны. 5330 баллов. Например, с чем сравнить, так вот быстренько просто. Meizu M1 Note, который 5.5, МТК-6752, показывает тоже такой же результат, либо 5, либо 6 тысяч баллов. То есть, этот смартфон, если пользоваться ним очень активно, то до вечера может даже не дожить. Если пользоваться не прям на 100% активности, то он будет доживать с утра до вечера. Особого статуса автономности эта модель иметь не может, к сожалению. Поэтому аккумулятор здесь, наверное, одна из самых слабых сторон модели. Камера у нас на 16 мегапикселей. Основная камера со стабилизацией изображения, двойная вспышка. Камера просто шикарная. В интернете есть видео-промо-ролик компании, где установлены на стенд iPhone и iPhone 6s, там шестерка и 6s какой-то или 6 Plus, и между ними установлен Xiaomi Mi 5. И вот работа стабилизации изображения на Mi 5 просто разорвала то, как это делает iPhone. Я с этим согласен, стабилизация изображения отличная. Я делал фотографии, видео записывает в формате 4K, фотки тоже просто шикарные. Я особо там не какой-то фотомастер, но фотографии получаются просто отличные. Вот просто примеры. Ну, конечно же, вам лучше, наверное, будет посмотреть оригиналы этих фотографий и 4K видео. Если получится, то зальем на YouTube, чтобы вы тоже смогли оценить. Автофокус работает очень быстро, стабилизация изображения идеальная. Поэтому по камере, ну, как минимум, это один из лучших смартфонов, которые я когда-либо держал в руках. По настройкам здесь все стандартно. Стандартные настройки Xiaomi. Есть ручное управление, панорама, таймер, улучшение, рыбий глаз, ночной режим и так далее. Видео записывает HD, Full HD и 4K. По камере это один из лучших смартфонов, в том числе и по фронталке. Фронталка очень качественная и очень детализированная. В принципе, все. Вот и все, что я хотел рассказать про эту модель. Компания Xiaomi выпустила действительно флагманский вариант. Она выпустила небюджетный смартфон, который призван для того, чтобы достойно конкурировать с самыми дорогими смартфонами на рынке сегодня. С айфонами, с самсунгами по 20-25 тысяч гривен. При этом смартфон Xiaomi Mi 5, наверное, самая-самая топовая версия Xiaomi Mi 5 Pro, там на 128 гигабайт, цена не будет превышать, наверное, даже 13-14 тысяч гривен. Выделить какие-то недостатки смартфона, в принципе, зацепиться можно. Можно сказать о том, что маловат аккумулятор, можно было бы и 4000 поставить. Можно сказать несколько слов, кстати, об вот эти вот кнопочки, которые, ну, немножко они ходят, люфтят. Конечно, хотелось бы немножко получше, но в целом это уже такое, это уже придирки. Я считаю, это очень необоснованно все. Кстати, смартфон довольно-таки неплохо греется. Можно зимой греться, греть руки, чтобы всегда в теплоте было. Когда заряжается смартфон на быстрой зарядке, на быстрой функции зарядки, то довольно-таки горячий. Потом уже после 90% он начинает остывать. Ну и когда запущены у нас игры или что-то такое, то, конечно же, тоже греется смартфон, потому что железо просто сумасшедшее. И мои личные такие полупретензии к сканеру отпечатков пальцев, который мог бы работать получше, в моем понимании.